Привет, с вами Антон, и вы на YouTube-канале ProxySeller. Сегодня я покажу вам, как выполнить настройку прокси в Android-приложении Postern. Приятного просмотра! Запускаем приложение, после чего переходим в раздел «Прокси». Для добавления нового прокси нажимаем на кнопку «Add Proxy». Задаем название прокси-профиля, после чего выбираем один из доступных протоколов. Я покажу настройку на примере SOX 5. Добавляем IP-адрес прокси и порт. Если у вас бесплатный прокси, то логин и пароль не требуются, а если вы используете приватный прокси, то внесите логин и пароль в полях ниже. Когда данные заполнены, сохраняем конфигурацию. Далее необходимо перейти в раздел Rules и создать новую настройку. Выбираем нужную конфигурацию. Я установлю прокси на все устройство, поэтому выбираю пункт Match All. После чего необходимо выбрать заранее добавленный прокси и сохранить настройку. Теперь IP-адрес устройства будет успешно изменен. Проверим IP-адрес на онлайн-чекере. Как видно, текущий IP-адрес устройства соответствует IP-адресу прокси-сервера. На этом настройка прокси в Postern будет выполнена. Также хочу напомнить, что работа с бесплатным прокси небезопасна, не гарантирует анонимности и приведет к блокировке. Для того, чтобы оставаться анонимным в сети и быть уверенным в своей безопасности, рекомендуется приобрести приватный прокси. И для этого есть передовой прокси-провайдер – ProxySeller. С ним вы получаете 100% анонимность сети и безопасность, гарантию работоспособности с выбранной целью, огромный выбор типов прокси и круглосуточную поддержку. А в описании вы найдете промокод на 10% скидку и ссылку на сайт. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик и нажать кнопку лайка под этим видео. С вами был Антон, до новых встреч в следующем видеоролике.